Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесия. В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте, вот некоторые темы. В Карачаево-Черкесии при поддержке федерального центра откроется производство канатных дорог, уникальный физкультурно-оздоровительный комплекс в Тиберде и 4 спортплощадки появятся в республике в этом году. В регионе пройдет форум для молодежи Карачаево-Черкесии, который позволит развить лидерские качества у участников и раскроет их кадровый потенциал. И в 176 школах и 20 организациях профессионального образования республики откроются первичное отделение российского движения детей и молодежи движения первых. Далее подробности. Производство канатных дорог планируется организовать в Карачаево-Черкесии при поддержке федерального центра. Об этом сообщается на сайте правительства России. По итогам рабочей поездки в республику вице-премьера страны, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. По итогам проведенного Минпромторгом анализа российского рынка канатных дорог, потребность в различных видах до 2030 года составляет порядка 180 единиц. В этой связи мы решили поддерживать инициативу республики по созданию производства канатных дорог. Проект может быть реализован в рамках действующих механизмов господдержки, в том числе льготных займов Фонда развития промышленности, субсидий на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приводятся в сообщении слова вице-премьера. Отмечается, что это производство можно будет запустить на базе индустриального парка, создание которого обсудили в рамках двусторонней встречи Мантуров и Рашид Темрезов. Вице-премьер поддержал предложение руководителя региона расширить возможности федеральной поддержки регионального фонда развития промышленности по Северокавказскому федеральному округу по аналогии с регионами Дальневосточного федерального округа, а также Крыма и Севастополя, где 90% в проектах финансируются со стороны федерального фонда развития промышленности, а 10% из регионального. В этом году в рамках реализации национального проекта «Экология» лесовосстановительные работы будут проведены на площади более 160 гектаров, что в 4 раза превышает показатели прошлого года. По словам министра природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Дианы Качкаровой, в течение этого года планируется провести искусственное лесовосстановление на площади около 3 гектаров, а также мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению почти на 121,5 гектаров. Предусмотрена также подготовка почвы на площади 2,6 гектаров, дополнение лесных культур на 6 гектарах и проведение агротехнического ухода на площади около 31 гектара. Уникальный физкультурно-оздоровительный комплекс в Тиберде и 4 спортплощадки появятся в Карачаево-Черкесии в этом году. Монтаж первого в республике блочно-модульного ФОКа стартует в этом году в Тиберде. Его уникальность заключается в том, что это быстро возводимое спортивное сооружение по качеству и сроку эксплуатации не уступает капитальным постройкам. При строительстве используются сэндвич-панели, современный материал для строительства каркасных объектов. Их используют для строительства даже в северных регионах России. Это будет современное здание, в котором будут предусмотрены необходимые помещения для работы спортивного учреждения. Спортивный зал 36 на 18 метров, раздевалки, душевые, административные и хозяйственные помещения. Комплекс будет оснащен необходимой мебелью, игровой площадкой с покрытиями и спортивным оборудованием для игр в футбол, баскетбол и волейбол. И кроме того, в текущем году планируется строительство 4 многофункциональных спортивных площадок в аулах Саритюз и в Акужиле, в поселках Правокубанском и Заречном. По итогам прошлой недели в республике не зарегистрировано превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю зарегистрировано 845 случаев. В сравнении с позапрошлой неделей среди совокупного населения региона прирост положительный, показатель составил 18%. По данным Управления Роспотребнадзора Карачаево-Черкесии в этом эпидсезоне выделены 22 штамма вируса гриппа группы А H1N1,
Один штамм вируса гриппа Б. Всего за текущий эпидемический сезон выделено 48 штаммов вируса гриппа, и все лабораторно подтвержденные случаи заболевания произошли среди непривитых граждан. В Карачаево-Черкесии на 2023 год установлены прожиточные минимумы пенсионеров в размере 11 374 рублей. Если общие доходы неработающих пенсионеров, то есть пенсия плюс меры социальной поддержки от органов социальной защиты населения, окажется ниже этой суммы, будет назначена федеральная социальная доплата. В настоящее время такую доплату получают порядка 17 тысяч неработающих пенсионеров в республике. Право на получение доплаты имеют неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых меньше величины регионального прожиточного минимума пенсионера. В течение года величина прожиточного минимума пенсионера не пересматривается. Прибавка у каждого пенсионера своя в зависимости от размера получаемой пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Две жительницы Карачаево-Черкесии спланировали и попытались провернуть аферу с чужими новорожденными близнецами, целью которой было незаконное получение средств материнского капитала. Подробности у старшего инспектора пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии Казима Байбанова. Сотрудниками по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России Зеленчукский и Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесской Республике пресечена деятельность двух женщин, которые путем предоставления ложных и недостоверных сведений пытались похитить средства материнского капитала. Летом 2021 года одна из подозреваемых путем подлога и предоставления чужих детей получила документ, из которого следовало, что она в домашних условиях родила двойняшек – Снежану и Светлану. На основе данного документа женщины получили сертификат на семейный капитал. Далее мошенницы предприняли ряд мер для обналичивания сертификата, но не смогли довести свой умысел до конца, так как были изобличены сотрудниками полиции. Следственным отделом отдела МВД России по Усть-Жегутинскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В ходе расследования следователем выявлен дополнительный факт противоправной деятельности фигурантов. Установлено, что в начале 2022 года псевдомать также оформила детские пособия на несуществующих детей и получила около 250 тысяч рублей. Данную сумму соучастники поделили между собой. В отношении женщин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В Теберде с 9 по 12 февраля пройдет форум для молодежи региона, который позволит развить лидерские качества у участников и раскроет их кадровый потенциал. В рамках мероприятия пройдут интересные тренинги по таким направлениям, как саморазвитие, ораторское мастерство, эффективное управление имеющимися ресурсами, методы достижения успеха, развития востребованных компетенций. Спикерами образовательных программ выступят Амиран Зугов, блогер, лидер общественного мнения, Екатерина Борисевич, наставник по прокачке актуальных навыков, и Расул Найманов, заместитель министра по делам молодежи Карачаево-Черкесии. Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесии объявило конкурс на лучшее название для социального пансионата для людей старшего поколения и детского дома для детей и сирот. Название должно быть лаконичным, состоять не более чем из двух слов и соответствовать типу учреждения. Победитель на выбор получит 2 абонемента на месяц в тренажерный зал, 2 абонемента на месяц в бассейн Рица Парк, 5 билетов на киносеанс в кинотеатре «Чарли» и курс массажа. Свои предложения жители республики могут оставить в комментариях под соответствующим постом в официальном телеграм-канале Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесии. Конкурс продлится до 1 февраля. Напомним, социальный пансионат для людей старшего поколения и детского дома открылся в Черкесске в августе прошлого года. В нем созданы комфортные условия, приближенные к домашним. Учреждение рассчитано на 122 места. В настоящее время там проживают 73 жильца, в том числе и из дома-интерната станицы Кордоникская, и перевели 17 человек. Первичное отделение российского движения для детей и молодежи движения первых откроется в 176 школах и 20 организациях профессионального образования республики. Первопроходцами, как мы уже сообщали, стали 120 учащихся гимназии номер 19 республиканской столицы. Все первичные отделения в школах и колледжах региона планируется открыть в течение 2 недель. Вступить в него могут все желающие по 12 направлениям. Это в частности наука и технологии,
творческая, патриотическая и спортивная группа и так далее. Ценностями движения являются единство народа в России, взаимопомощь и взаимоуважение, дружба, служение Отечеству и крепкая семья. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердила расписание проведения в школах всероссийских проверочных работ в этом году. ВПР пройдут с 1 марта по 20 мая. При этом школы будут самостоятельно определять конкретные даты проведения проверочных работ, но в рамках установленного расписания. Период проведения ВПР в текущем году начнется с 10 и 11 классов. Так, с 1 по 25 марта ученики 10 классов будут сдавать географию. Ребята 11 классов будут писать историю, биологию, географию, физику, химию и иностранные языки. В расписании у 11 классов также стоит единая проверочная работа по социально-гуманитарным предметам. Проводить ли ВПР для учащихся 10 и 11 классов, как и в предыдущие годы, будут решать сами образовательные организации. Отмечается, что проверочные работы у учащихся 11 классов должны проводиться по тем предметам, которые школьники не выбрали для сдачи на ЕГЭ. В Карачаево-Черкесии завершилась реализация проекта «Легенды и сказания КЧР», направленного на популяризацию изучения родных языков подрастающим поколениям. Все фильмы будут переданы в школы республики для использования в качестве дополнительного материала на уроках родного языка, рассказывает руководитель проекта Дарья Зинковская. Участие в съемках принимали жители региона в возрасте от 18 лет, хотя у нас некоторые актеры были даже и младше, и старше. Все роли исполнялись исключительно на национальных языках. Реализация данного проекта позволила привлечь к созданию готового национального медиапродукта молодых специалистов, которые имеют также понимание в кинопроизводстве, например, сценаристов, актеров, гримеров, костюмеров. Более того, к съемочному процессу также были привлечены и опытные актеры 5 национальных театров республики. Одним из условий отбора актеров стало знание родного языка и, конечно, правильное произношение. Помимо этого, конечно, определенную трудность вызывало то, что все сценарии и съемки производились на национальных языках. И для правильной литературной составляющей фильма к процессу были привлечены представители научных институтов, что, в свою очередь, конечно, потребовало дополнительную поддержку и помощь в процессе съемок. В Карачаево-Черкесии стартовал месяц патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы под девизом «Есть такая профессия – Родину защищать», посвященный 78-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и подвигам участников специальной военной операции. В течение этого месяца пройдут различные тематические декады и мероприятия, направленные на военно-патриотическое, историко-краеведческое, гражданское, культурно-патриотическое и спортивно-оздоровительное воспитание обучающихся. Лучшие общеобразовательные организации республики по итогам проведения месяца будут поощрены грамотами Министерства образования и науки Карачаево-Черкесии, а активисты – бесплатными путевками в загородные оздоровительные лагеря. Ну и в завершение выпуска новости спорта. В Карачаевске прошел открытый турнир республики по армрестлингу «Кубок чемпионов», в котором принимали участие 40 спортсменов из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Состязания проходили в двух весовых категориях – 75 килограммов и абсолютная весовая категория. Призерами стали Олег Черкасов, Мурат Айбазов и Мухаммад Кубанов. В абсолютной весовой категории – победили также Марат Айбазов, Марат Мамхегов и Олег Черкасов. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла. Утром местами на дорогах республики гололедица, а в горах местами плюс 6-11 и выше 2500 метров лавина опасна. В Черкесске без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 4 градусов выше 0. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова.